И пришла пора пробовать. Давайте. Ребята, это нечто. Такой замечательный кисло-сладкий вкус в сочетании с отварной гречкой. Я очень люблю гречку, она полезная, легкая и как раз для ужина. Очень вкусно. И вот спаржевая фасоль именно в таком состоянии, как я говорил, альденте. Она не переваренная, практически готова. На зубок. Такая чуть-чуть сыроватая. И также морковочка. Тоже альденте. Все это вместе пропиталось соками. Плюс я сюда кинул грузинской аджики. Немножечко посолил. Это просто очень вкусно. И очень сытно. Кстати, кому не хватает вот просто спаржи и гречки, например, может добавить себе просто сыра. А с другой стороны, спаржевую фасоль в таком виде можно есть как отдельное блюдо и закусывать сыром, например. Тоже очень вкусно. А еще очень хорошо добавить ее в спагетти, перемешать, и будет потрясающе вкусно. Но тогда нужно кушать это в обед, потому что все-таки зернобобовые – это пища обеда. В завтрак и в ужин они перевариваются чуть хуже. Но если вы молоды и здоровы, иногда можно съесть вот так, как я сейчас, и на ужин с гречкой. Правда, очень вкусно. Приготовить просто. Буду кушать. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал. Постоянно делаю какие-то вкусные, простые, очень полезные и настоящие блюда для здоровья. Ну и, конечно же, для вкуса, для себя, для тела. Пока.